Настя! Здравствуй, класс! Hello! Сегодня у нас новый ученик! Сегодня у нас тест. Легче легкого. Время вышло. Легкотня. Эвелин, у тебя двойка. Настя, у тебя пятерка. Эдриан, у тебя двойка с минусом. Что ж, ребят, до завтра. Папа, можно мне новые школьные принадлежности? Тетрадь, она некрасивая, карандаши, блестки, мне нужны блестки. Нет, милая, у нас сейчас нет денег. Прости, мне нужно работать. Хорошо, папа. Доброе утро. Как красиво, можно мне посмотреть? Нет. Эй, Эвелин, смотри, какая цепочка. Крутая. Круто. Зацени часы. Класс. Вау, супер круто. А у меня вот такой вот браслет, вот такой вот обруч. Это очень классно. Новое задание. Все готово. Эдриан, что это такое? Тут все неправильно. Ты снова молодец. Он очень миленький, правда? О, нет, Эвелин. Очень плохо. Ну ладно, урок закончен. Ребята, хотите прийти ко мне поиграть? Нет. Эй, Эвелин, не хочешь поиграть со мной? Хорошо, согласна. Ладно. Папа, смотри, у меня 10. Ух ты, хорошая работа. Папа, можешь купить мне браслеты, ожерелье, обруч? Нет, прости, не могу. Ну, типа, смотри, классно тут все. Давай, иди сюда, мы меняемся местами. Подпишись на меня в снэпчате. А, давай. Последний шанс, ребята. Ага. Окей. Время вышло. Что? А? Что? Не-не-не-не-не-не. Что это такое? Тут все неправильно. И ты
Хорошая работа, Настя. Хорошая работа. Сын, иди сюда. У тебя плохие оценки в школе. Отдавай мне все свои вещи. Телефон, часы, цепочку и кепку. Твой учитель позвонил мне. Пап, когда я смогу получить это все обратно? Когда исправишь свои оценки, сын. Эвелин, ты плохо училась в школе? Отдавай мне свои вещи. Папа! Ты такой хороший ученик! Спасибо! Теперь у меня достаточно денег. Что ты хочешь купить? Телефон, пожалуйста, пожалуйста! Вот, держи. Спасибо! Продолжай в том же духе. Merci. Здравствуй, класс! Здравствуйте, учитель! Здравствуйте! Смотрите, ребята, у меня есть телефон. Теперь я могу играть с вами. Что случилось, ребята? Мой папа забрал у меня все. Телефон, сумку, все. Потому что я получила плохие оценки. Хорошо, а что случилось с тобой? Я плохо учился в школе. Я получил двойки на всех тестах, и мой папа забрал все мои вещи. Ребята, не волнуйтесь, я вам помогу. Смотрите, ребята, вы делаете так и получите это. Вот, ты нашел неизвестное число, и здесь ты делаешь так. Удачи всем. Эдриан, у тебя все правильно. О боже, спасибо, спасибо, спасибо. Отлично. Молодец, Эвелин. Спасибо, Настя, большое. Большое спасибо за помощь. Настя, это для тебя. Правда, спасибо большое. Настя, это тебе. Спасибо, Эдриан. Ты хороший друг. Ребята, поступайте с другими так, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Ребята, дорогие вещи – это не самое главное в жизни. Самое главное – это знания. Да, и будьте хорошими друзьями.